Как видите, помните, мы бесили аниматроников. Если вы не смотрели это видео, то посмотрите. Я тогда была подростка. Но прикиньте, меня наняли на работу. Вот просто взяли, наняли. Это тогда я взяла скин. Скин охранника. А тут меня прям взяли. Прикинь. Блин. А чё она такая темная стала? Или это у меня такой экран? Да нет, вот же она. Она такая, не такая темная. Меня прям взяли и наняли. Как раз я подросла. Что-то тут на английском. Корявые буквы, я не понимаю. Просто не понимаю. Давай вместе танцевать. Хоть и мы, не друзья, но пока что утром можно и поколбаситься. Тут, да нет, на этот танец. Ого, вот моя любимая поза. Муси, пуси, муси, пуси, муси, 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 пуси, муси, 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 пуси, пуси. Математику не учим, математику не учим, Нет, это вот так надо танцевать. Математику не учим, математику не учим, математику не учим. Не будем, учить. А. Супер-мупер, супер-дупер, конь Олег зима трава. Супер-мупер, супер-дупер, это тащит поезда. Идеально, стишок. Кто хочет, выучите. Может выучить и своему учителю рассказывать. Вам должны 5 поставить. Скажите, что вы у меня научились. Супер-мупер, супер-дупер, конь Олег зима трава. Супер-мупер, супер-дупер, это тащит поезда. Точнее, Дима тащит поезда. Короче, ждем ночь. Уже, час прошел, как я жду эту ночь. 100%, если я сейчас выйду, начнется ночь. А если я буду тут опять сидеть, танцевать, если я буду тут продолжаться, то ночь не наступит никогда. Никогда. Как вы думаете, если я вот так буду играть, это будет... Смотрите. Пам-пам-парам. Hello! Па-па-ри-па-ри. Пум-пу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 -пам. Танцуем джиг. Привет, мой рабочий. Привет, мой рабочий. Да я тебе в жопе дам, уже бесишь, Давайте откроем секретную дверь. 100% должна быть секретная дверь, я вам обещаю. А я ее уже нашла, вот, секретная дверь, видите? Только работники, вот я работник, не могу. Отпустите меня, отпустите, помогите. Моя шубка бедная, она теперь болит. А ты что смотришь? А? Я так испугалась, подумала, а как свет еще ярче стал? Это фонарик. Привет. Чё меня бьёшь? Чё я, тебя ударю? Привет, Кисимиси. Чё ты мне лайк показываешь? Показываем нашим зрителям, чтобы они ставили лайк. Если вы не поставите лайк за 3 секунды, вас сожрёт Кисимиси. Послезавтра она сожрёт вас. Как раз послезавтра выходной. И вы не увидите выходной больше никогда. Считаю до 3. 1, 2, 3! Поставили? Молодцы. А если нет,
Да-да-да, вам хана от Киси-Миси. Правда, Киси-Миси? Да, правда. Как ты меня напугал? Умираю! Убираю! Представляете, мои друзья? Он меня так напугал! Я подумала, что это курочка-ряба, а на самом деле это туалет. Как правильно ходить в туалет? Если нет туалета, на, пожалуйста, унитаз. Ведро с мусором? Нормоз. И так сойдет, просто. Так, аниматроник, отойди. Я не понимаю, как вот эту дверь открыть. Вот, сейчас закроем. Вот эту надо закрыть. Она как будто на ключе. Вот это. Давай, сила, ща. Мой зуб. Мама. Да, короче, она не открывает. А если там подвал, и там лежат убитые люди или аниматроники, которые сломаны. Пипец, если мы откроем эту дверь, как вы думаете, что-то будет? Не бей мою подружку. Это, блин, я тебя сейчас побью, блин. Без мозгов. Вот это настоящая курица. Раба. Вот, да не ты в розовом, а ты фиолетовый. Да блин, да уйди, ты тупой охранник. Лучше пусть она будет открыта. Так, стоп, меня же наняли, короче, на работу. Если я буду вести себя тупо, то меня уволят. А есть разница от ночного охранника и, ну, который охраняет ночью, и есть охранник, который охраняет утром. Ночью это должна быть синяя кофта, а утром вот эта кофта, да, белая. Привет, утро, а я ночь, буду ждать себя, я буду ждать. Давайте посмотрим. Пипец, дети рисуют, просто отпад башки. Я хочу быть поваром. А, стоп, если я буду поваром, то... то тогда, когда наступит ночь, тут будет очень темно, и тогда мне, мягко говоря, хана. Там мне и так будет хана. Зачем заморачиваться, а? Он испарился? Да хватит своей дубинкой бить по людям. Это человек живой, красочно. Вот это человек живой. А ты, блин, ты себя, блин, дубинкой побей по голове, блин. Мы с аниматрониками стали друзьями. Да, стали друзьями. Прям абсолютно мои друзья. Прям никогда не бросают меня. Никогда. Ладно, говорю, мы с ними не друзья. Но хотя... Ты, блин, так дубасит аниматроников. Хотя... Давай я тебя, блин, побью по башке. Побей себя, блин. Своей дубинкой, блин. Я чувствую себя, что я директор. Вот это кто? Ребят, давайте выйдем, подождите. Вы не поверите. Это просто отвал, девчонки. Я поняла, вот только что, который был темный, это как Киси-Миси, темно, только в черном. Вы не поверите, что я поняла.
Я поняла, в чем суть. Вы сейчас обалдеете по максимуму. Играть. Аниматроники. Видите, вот, это кошка Сэнди. Кошка Сэнди. Короче, я ее называю Кисимиси, будет Кисимиси. Смотрите, видите? Нет, вот. Вот, закрытый аниматроник. Это значит, вот это Кисимиси, только она более темная. Давайте с этим пингвином. Хочу посмотреть, как он пугается. Точнее, вообще, как им... Пипец, Аманка. Диоксайд. Переключиться. Вы серьезно? Вот, смотрите, если вы не увидели. Пугающий прыжок. О, это мой братун. Братун. Пойдем в наше логово. Короче, я курочка Ряба. А вы уже знаете, где живет курочка Ряба. Вот, 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 вот. Видели, каким она цветом? Курочка Ряба живет здесь. До свидания, мир. Привет, мои братья. А как я чувствую себя дома? Я такая маленькая. Я... А как я прыгаю? Подождите, стойте. Я не прыгаю, прикиньте, я совсем не прыгаю. Аниматроники прыгать не умеют, это самое худшее. Хочешь прикол, когда тебя попросили не двигаться, не двигайся. И ты ему отвечаешь, это мой неподвижный режим. Как вам такое? Кто-то сходит. О, блин. Гучи, 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 здрасте. Давайте дождемся. А что у меня включено ночное видение? Так, как раз. Да мне надо сделать так, чтобы было более удобно. Пугающий прыжок. А, это мой друг. Извини меня. О, бэбэ, я тебя напугала. Ты, наверное, очень грустно, извини. Извини меня. И прости меня. Извини. Самозванец. Убиваем его. Где он? Где актив сайт? Пипец, я выгляжу. Выполнение, выполняем. Ля-ла-ла-ла, поем песенку. Ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мы всех убьем сегодня. Только останьтесь на ночевку с нами. Ля-ла-ла-ла-ла, и убьем мы сегодня всех. Я бы от этой песенки убежала домой, просто. Что она сказала? Это птичка. Точнее, я птичка. Блин, я ничего не понимаю. Ничегошеньки. Когда будет ночь? Вот, блин, когда? Короче, ребят, мы ночь не дождемся. Так что, всем good morning, children. До свидания.